5. 4. 3. 2. 1.
Итак, дорогие друзья, это была команда из города Киев, Украина. Замечательная компания Firewalk 5+. Впервые в нашем прекрасном городе. Дорогие друзья, впервые в истории фестиваля фейерверков Чувашии вы можете отдать свой голос самостоятельно на официальном портале голос.кап.ру. Ну а мы продолжаем. И рады представить вам вторую команду, участницу международного фестиваля фейерверков. Опера-класс. Город Москва. Компания образована в 2000 году. Является официальным членом Российской ассоциации производителей и демонстраторов фейерверков «Rapid Firework». В среднем за год «Пирокласс» устраивает по 300 пиротехнических показов. Среди значимых проектов компании – организация пиротехнических шоу на празднование 300-летия Санкт-Петербурга, 400-летия Томска, 850-летия Москвы, 280-летия Ростова-на-Дону, дней городов Казани, Архангельска, Пензы, Саранска, Вологды. В честь Дня независимости Республики Татарстан на Международном фестивале искусств «Славянский базар» и многие-многие другие фестивали. Компания является обладателем национальной профессиональной премии в области шоу-технологии «Showtex Awards 2006» за проект «Пиротехническое светомузыкальное представление «Огни Москвы. Большой классический дивертисмент». Победителем первого, второго и призером четвертого, пятого, шестого международного фестиваля фейерверков «Шарп» в Москве. Победителем третьего международного фестиваля фейерверков «Город Соколов, Чешская Республика» 2011 года. Обладателем приза зрительских симпатий. Победителем фестиваля фейерверков на приз губернатора Московской области в городе Сергиев Посад, Большая Волга, город Дубна, Волга-Волга в Самаре. И это еще не все. Команда является лауреатом 4-го и 5-го российского фестиваля фейерверков в номинации «Феерия», 2-го и 3-го международного фестиваля «Уральская феерия» в городе Екатеринбург, парада фейерверков в Днепропетровске, фестиваля фейерверков «Серебряная ладья» в городе Кострома. Руководитель компании Рогалев Владимир Вячеславович. Итак, будьте готовы увидеть яркое выступление команды ООО «Пирокласс», город Москва. И мы начинаем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1.
общество с ограниченной ответственностью «Пирокласс» город Москва. Дорогие друзья, мы продолжаем знакомить вас с командами. Команда номер 3. Закрытое акционерное общество «Пиротехнические дворцы Петергофа», город Санкт-Петербург. Одна из крупнейших пиротехнических фирм России по организации и проведению фейерверков, салютов, пиротехнических эффектов и представлений. Пиротехнические дворы Петергофа – участник и победитель многих международных и российских фестивалей фейерверков. В Германии Ганновер – первое место в 2006 году. В Австрии – Альпы, город Зёльдан – третье место, 2007 год. Португалия – Атлантический фестиваль на острове Мадейра – первое место, 2007 год. На острове Мадейра – второе место в июне 2009 года. В Куршевиле, Франция – второе место в марте 2010 года. В Литве – Вильнюс – второе место в сентябре 2012 года. В городе Мытищи на фестивале «Широкая масленица» – первое место в марте 2013 года. За время работы компания приобрела широкую известность в области демонстрации фейерверков, а также внесла значительный вклад в развитие пиротехнического искусства в России. В 2009 году компания признана российской, лучшей российской пиротехнической ассоциацией в стране с вручением гран-при «Золотое созвездие». В 2010 году награждена в номинации «Лучший российский демонстратор фейерверков». В 2011 году в номинации «Лучшая пиротехническая компания России». Одним из крупных проектов, которыми гордится компания, стала пиротехнический спектакль «Симфония мужества», проведенный в акватории Невы в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2005 года. На музыку 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, на котором присутствовало около миллиона зрителей. Сегодня и вы станете зрителем поистине уникального шоу. И я еще раз напомню, что каждый из вас может заглянуть на официальный портал golos.kap.ru и отдать свой голос за команду, которая понравилась вам больше всего на международном фестивале фейерверков. Ну а мы начинаем обратный отсчет. Приготовились. 5, 4, 3, 2, 1.
Итак, дорогие друзья, культурная столица Российской Федерации, город Санкт-Петербург, закрытое акционерное общество «Пиротехнические дворы Петергофа» представила свою программу. В шестой раз. В преддверии Дня Республики в городе Чебоксары проходит международный фестиваль фейерверков. Но впервые в этом году каждый из вас может отдать свой голос за понравившуюся команду. Итак, впервые фестиваль фейерверков запускает интернет-голосование. Молодежь, этот призыв больше к вам. Через телефоны и планшеты, прямо здесь и прямо сейчас, вы можете зайти на официальный портал по адресу golos.com.kap.ru. Обманула. golos.kap.ru. И проголосовать за лучшую, по вашему мнению, команду пиротехников. Посещение портала для абонентов Мегафон, Билайн и МТС абсолютно бесплатное. Голосование уже началось и продлится до завтрашнего дня, до 11:00. Набравшая наибольшее количество голосов команда получит главный приз – гран-при 6-го международного фестиваля фейерверков. Поэтому, дорогие друзья, сегодня выбор за вами. Отдайте свой голос за понравившуюся команду. Позвольте представить вам следующую команду фестиваля фейерверков. Команда номер 4. Общество с ограниченной ответственностью. Кальвин. Республика Беларусь. Это единственное предприятие Республики Беларусь, работающее на показах с присутствием первых и охраняемых лиц страны. Член Российской ассоциации производителей и демонстраторов фейерверков «Рапид Фейерверк». Имеет почетные грамоты МВД и МЧС Республики Беларусь. Награждено дипломом и медалями за организацию и проведение международного фестиваля фейерверков «Салют Победы на рубеже тысячелетий» в Москве. Дипломом лауреата Российского фестиваля фейерверков «Большая Волга» в городе Дубна. Призом зрительских симпатий на фестивале в городе Зеленоград. Предметом гордости компании являются пиротехнические постановки на международном фестивале искусств «Славянский базар 97», 2001, 2008 в Витебске, республиканском фестивале песни и поэзии «Молодечно» 97, 2001, 2003, 2005 и 2007. Дожинках 2001-2008 в различных областных и районных городах Республики Беларусь. По результатам общебелорусского маркетингового исследования в рамках международного фестиваля конкурса «Выбор года 2006 и 2008» компания была признана лучшей в номинации «Компания по организации пиротехнических шоу номер один в Белоруссии». В 2007 году общество с ограниченной ответственностью «Кальвин» стало чемпионом Европы по версии «УЕФИАС». Руководитель компании Морозов Константин Евгеньевич. Дорогие друзья, итак, вы сможете голосовать сами за понравившуюся команду, а я еще раз представлю вам членов жюри фестиваля. Алексей Петрович Табаков, министр экономического развития промышленности и торговли Чувашской Республики. Олег Анатольевич Долгов, президент Российской пиротехнической ассоциации «Рапид Фейерверк». Михаил Сергеевич Резников, генеральный директор Открытого акционерного общества, производственное объединение имени Василия Ивановича Чапаева, вице-президент Российской пиротехнической ассоциации «Рапид Фейерверк». Марис Николаевич Яклашкин, художественный руководитель и главный дирижер Государственного учреждения культуры «Чувашская государственная академическая симфоническая капелла», народный артист Российской Федерации, профессор. Андрей Павлович Анохин, заместитель председателя регионального отделения «Союз художников Чувашии», заслуженный художник Чувашской Республики. Итак, разведка доложила, что команда готова к своему выступлению. Итак, приветствуйте, встречайте. Команда «Кальвин», Республика Беларусь. И мы начинаем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1.
боксары! Белорусская команда приветствует вас! Поздравляю Чувашию с Днем Республики Пиротехники. Закончила свое выступление команда из Республики Беларусь. Общество с ограниченной ответственностью «Кальвин». Понравилось? Голосуйте. Ну, а мы продолжаем знакомиться с программой фестиваля. Итак, в первый день фестиваля фейерверков конкурсанты представляют свое пиротехническое шоу и визитки. При этом обязательным условием является музыкальное сопровождение. Во второй день, то есть завтра, состоится гала-представление и награждение победителей, представивших наиболее яркие и захватывающие программы. Тематика выступлений команд участников 6-го международного фестиваля фейерверков такова. Сегодня, 23 июня 2013 года, конкурс на тему «Огни на Волге». Завтра гала-представление «Слався, Чувашия». Номинации для награждения команд участников Гран-при 6-го международного фестиваля фейерверков. В остальных номинациях за лучшее музыкальное художественное воплощение, за создание яркого образа, за лучшую постановку фейерверочного шоу и за лучшее воплощение фантазии огня. Судьбу этих призов решит профессиональное жюри.
А вот судьбу гран-при 6-го международного фестиваля фейерверков Чувашии можете решить вы. Итак, загляните на официальный портал голос.кап.ру и отдайте свой голос. Еще раз напомню, для абонентов компании Билайн, МТС и Мегафон голосование совершенно бесплатно. Дерзайте! Дорогие друзья, состав команд участников 6-го международного фестиваля фейерверков в следующем составе, чтобы вы не забыли. Итак, первой выступила команда Firewalk 5+, город Киев, Украина. Второй была команда «Общество с ограниченной ответственностью», «Пирокласс», город Москва. Затем под номером 3 выступала команда «Пиротехнические дворы Петергофа», город Санкт-Петербург. Четвертой была команда «Республики Беларусь», «Общество с ограниченной ответственностью», «Кальвин». Итак, друзья, наконец! Наконец, наши земляки! Команда номер 5, «Общество с ограниченной ответственностью», «Пироснаб Поволжья», город Чебоксары. Организована в 2006 году, является официальным представителем открытого акционерного общества «Производственное объединение имени Чапаева по реализации пиротехнической продукции и фейерверочных показов». За время работы проведено более 400 показов в различных регионах Российской Федерации. Мы с гордостью говорим, что с октября 2009 года «Пироснаб Поволжье» – член Российской пиротехнической ассоциации «Rapid Firework». В 2011 и в 2012 году Российская пиротехническая ассоциация наградила ООО «Пироснаб Поволжье» в номинации «Лучшая пиротехническая компания в Приволжском федеральном округе». ООО «Пироснаб Поволжье» – участник и лауреат многих фестивалей фейерверков. Среди них – участник и лауреат фестивалей «Фантазия огня» в городе Тюмень в 2006-2011 годах. Участник международных фестивалей фейерверков в городе Чебоксары и победитель 3-го и 5-го фестивалей в 2010 и в 2012 годах. Участник 1-го всероссийского фестиваля фейерверков «Огненная фантазия Заречного» в 2012 году и победитель в номинации «За творческое отражение идеи». «Пироснаб Поволжье» – участник и дипломант фестивалей фейерверков в городе Тобольске 2007-2008 года, международного фестиваля фейерверков в Челябинске в 2007 году, международного фестиваля фейерверков в городе Челябинске в 2007, 2010 и 2011 году. Руководитель компании Виталий Геннадьевич Васильев. Итак, команда готова к своему выступлению. А готовы ли вы увидеть это? Мы начинаем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1.
Итак, Чебоксары – это была команда «Пироснап Поволжья», город Чебоксары. Пять команд-участниц закончили свое выступление в конкурсной программе 6-го международного фестиваля фейерверков. Помните, что уже есть возможность проголосовать за понравившуюся команду. Сделать этот выбор нелегко, но можно сделать. А потому заходите через телефоны, планшеты прямо здесь и прямо сейчас, в течение ночи и завтрашним утром, аж до 11 часов завтрашнего дня. Заходите на официальный портал по адресу golos.kap.ru и голосуйте за лучшую, по вашему мнению, команду пиротехников. А я напомню, что тема сегодняшнего выступления называлась «Огни на Волге». А завтра гала-представление под названием «Славься, Чувашия!».